Сегодня я привез животное, которое наглядно может показать, что из себя представляет опасность нахождения таких животных на улицах города Благовещенска. Я не брался спасать животных, никогда не был спасителем животных. Я брался помогать людям, сидящим на крыше. Я ясно представлял как раз, что у затопленных, в затопленных поселках наших, вот как раз такие животные на цепи сидят. И если они попадут на улицы города и пригорода, то это очень опасные животные.